Пьяный сотрудник НАБУ спровоцировал ДТП в Киеве. Инцидент произошел сегодня утром на одной из центральных улиц столицы. Информацию в Фейсбуке обнародовали активисты. По их версии, водитель внедорожника не справился с управлением, вылетел на тротуар, протаранил трактор, а затем врезался в припаркованный автомобиль. В машине находились 5 человек, все с признаками алкогольного опьянения. Водителем оказался сотрудник антикоррупционного бюро Алексей Дагей. Он госпитализирован сейчас. В НАБУ происшествие пока не прокомментировали.